Всем привет! Сегодня у нас репортаж из Ергаки. Компания Brandt, эксклюзивный дистрибьютор техники Polaris в России, устраивает здесь открытие снегоходного сезона, тест-драйвы техники, мастер-классы, а также соревнования, ну и просто хорошее настроение и поездки на снегоходах. Красота здесь просто неописуемая. Много снега и снегоходы. Что еще надо, чтобы провести отлично выходные? На самом деле, как бы, народ до хера, надо все успеть, надо все отснять, надо все показать. Специально для того, чтобы у вас хотя бы было хоть какое-то понимание, что здесь происходит и какие супер офигенные шоу для вас устраивает Brandt Polaris. Ребят стараются, ребят что-то делают. И самое главное, знаете, что они это делают специально для того, чтобы развить именно квадро снегодвижения, чтобы вы могли понимать, какую технику вам лучше купить. Для этого здесь существуют такие же тест-драйвы, да? Поэтому вы также можете приехать, записаться и приехать, погонять на любом снегоходе, который вам хочется приобрести, и чтобы получше его понять, это как раз и есть то самое место, где это можно сделать. Прикольно? Очень прикольно. Где вы еще можете это сделать? Да нигде. Так что вот мы с Лехой. Я хочу сказать, парни, здесь есть вариант провести выходные лежа на диване, попивая пивко, а есть вариант поехать в горы, насладиться такой красотой, покататься на снегоходе. Так, а здесь у нас происходит тест-драйв новых снегоходов Polaris Titan. А здесь нас ник Андрей снимает. Привет! Ну ты только что приехал с тест-драйва? Конечно. Ну и что, как тебе? Отлично, машинка. Так, парни отправляются на тест Polaris Titan. Сейчас начнутся соревнования. Биатлон, скоростной подъем в гору. Посмотрим, что сейчас будет. Как вам мероприятие? Отлично. Участвовали?
мастер-класс. А мастер-класс Дэн Адамс? Да. Ну и как? Что-нибудь новое для себя почерпнули? Новое? Нет. Нет? То есть вы опытная? А? Опытная. Ну, просто наши инструктора точно так же катаются. Вы давно катаетесь? Да. Как вам вообще техника Polaris? Смотрю, у вас снегоходы. Что нравится? Если хочешь ездить в горы и по елкам, то это не надо. Снега! Вот так вот вчера копали. Просто отдохнули отлично. Открытием снегоходного сезона прямо во. А участвовали в соревновании? А? В соревнованиях участвовали? Сегодня не успели, записались, будем завтра пробовать. Будем также пробовать с Адамом прокатиться. А еще тоже не пробовали, да? Да. Вот так вот. Едем с Красноярска. Ясно. Отдых, во. Кислород на самом верху прямо вообще. Вот на все горы запилились. Вот единственное, ту не взяли. По лесу не смогли забраться. Сильно провалились, как бы. Ну, постарались. Вот так вот. Всем советуем, ребята, начинайте активный отдых. Лучше всего. Катаю за деньги 300 тысяч в день. 300 тысяч в день катаю. Сейчас у нас будет небольшой тест-драйв снегохода. Вот мне выдали РМК такой 800-й. Поедем с Сашей из RusRiders. Немножечко меня поучит. Снегоходчик я начинающий. Ну, посмотрим, что-нибудь получится изобразить. Такая тут красота. Сейчас ждем проводника, поедем немножко прокатимся. На этом аппарате я на этом еду. РМК Pro 800-очка. Саша едет на новом. Меня? Да. Хорошая. Так, с вами сегодня Семен. Привет всем. Небольшой у нас сегодня экскурсия на снегоходах. И он у нас, можно сказать, проводник. Полупроводник. Полупроводник. Александр у нас как суперопытный, тестирует новую модель. И вот пару слов. Что в ней нового? По сравнению с предыдущими годами. Это 18-й год, про РМК 155 на 3-дюймовом зацепе гусеницы. По сравнению с прошлым годом, самое главное изменение — это уменьшили температуру рабочего двигателя. То есть, если раньше это было 51 градус, то теперь это 38 градусов получается по факту. То есть, теперь можно дольше ехать по менее пухлому снегу, не боясь то, что снегоход будет перегреваться. И поменяли цвет, в общем-то. Так, парни, сейчас у нас будет бэкстейдж съемок канала RusRiders. Ссылочку оставлю в описании. Александр тоже снимает мотики, снегоходы. Подписывайтесь. Отличный, интересный канал. Ой, нормально? Да. Так, все тихо. Привет, друзья! Я нахожусь сейчас в Ергаках, как вы видите, за моей спиной. Прекрасный снег, прекрасное солнце. А что я здесь делаю? Компания Brandt пригласила меня на тест-драйв нового модельного ряда 2018 года снегоходов Polaris. Но так как мы с вами находимся в горах, логично было бы понимать, что на тест мне дали именно горный снегоход.
кошмарные горы, Саяны. Поднялись. Ергаки. Какая здесь красота. Классно. Сейчас мы уже наблизили, сейчас стало резко, так у меня. Все. Окей. Очень красивые места. Снег, конечно, человек остался снежок до нас. Но все равно еще остался снег, можно еще куражиться. Так, парни, бывает такое, едешь себе, едешь, кайфуешь, получаешь удовольствие, и вдруг бац, камень. Все это дело обламывает. Это не камень, это целая плита какая-то. Это, наверное, гранит кусок. В общем, снегоход вот так задел. И сейчас мы посмотрим, так сказать,
повреждение. Да, я вылетел, по-моему. Да. Это, в общем, согнулся рычаг. Такой звучок. Раньше ломало... И чтобы оставался на лыжах. Раньше ломало сток, и все. Ну и рычаг весь срезало. А тут, получается, он именно в этом месте. У всех он гнется именно в этом месте. Специальные инженеры сделали вот это место, чтобы просто это уходило, но снегоход оставался на лыжах. Да. Самое главное, что мы можем доехать до базы. Да. Даже с таким повреждением. Все продумано у Polaris. Ребят, подходим к концу нашего путешествия по Ергакам. От компании Brand Polaris. Лех, какие твои ощущения? Все было классно, мероприятие отличное, горы, снегоходы, это просто сказка. Всем рекомендую. Ну ты же первый раз вообще на горном снегоходе? Я второй раз, но в горах первый раз на горнике. Ну вот видите, Леха познал это такое увлекательное действие, как горный снегоход. Лех, ты, наверное, и всем остальным это рекомендуешь? Да, всем рекомендую, горный снегоход, это просто здорово. Ну, Санька спрашивает, наверное, на горных снегоходах не надо, потому что человек как бы давно катается и... снимает для вас видео. Мы, пока чешские проходимцы, в этом немножко отстаем. Мы тебя научим, подтянем. Да, потому что я на самом деле плохо катаюсь. Вы на моем канале все это дело увидите, что у нас там будет. Поэтому я вас просто жду у себя на канале, чешские проходимцы. Заходите, смотрите. Такой же будет у нас репортаж про Ергаки. Сань, ну ты что расскажешь про это? Все будет. Мне понравилось, что вот проблема, которая у меня, например, на предыдущем РМКшке была, это резкий газ, когда снежик дергается, ушла, нормальный плавный газ, соответственно, 3 дюйма рулит, хотя, ну, такого большого прям вот, ну, огромного снега-то не было, мы не доехали до туда, потому что ограниченное время, так сказать, было, но 3 дюйма идут отлично, прям поливаешь только газюльку, главное, чтобы это... Жим-жим сзади не подвело, газюльку зажал и пошел наверх. Так что все нормально. Смотрите, смотрите канал Русрайдер, смотрите канал, опять же, самарские квадроциклисты. И смотрите канал чешские проходимцы. И об этом суперском мероприятии вы узнаете все, что вы хотите узнать. Также вот на следующий раз 100% соберетесь и приедете сюда, потому что здесь весело, здесь дискотека. Здесь можно покататься на лыжах, здесь можно вкусно поесть. Да здесь просто офигенная тусовка, потому что здесь очень-очень много народу. Я надеюсь, вы со мной все согласны? Очень согласны. Получает сертификаты на бесплатное проживание на базе Ергаки. Ребята, мы вас ждем, мы вас любим. База Ергаки находится и ждет вас. Пожалуйста, приезжайте. Специально приглашенный гость, это, друзья, президент и основатель бренда Клим, Клайм, правильно говорить Клайм, Джастин Саммерс. Да, это тот человек, который сделал потрясающий бренд. Хочу пожелать вам отличного вечера и ждем всех завтра. Спасибо.